Как создать необычный букет и прослыть интересным человеком в глазах собеседника, подскажет рубрика «Совет флориста». Интересные и познавательные факты о цветах и их компоновке от Ольги Черемискиной и Ирины Вабищевич. Те или иные цветы символизируют определенные чувства, и на их выражение влияет не только вид растения, но и его форма и цвет. Сегодня мы вновь в цветочной студии «Артбукет», и руководительница Ольга расскажет нам о том, какие сейчас букеты в моде, что сейчас на пике популярности. Здравствуйте, Ирина. Самая продаваемая позиция в наших магазинах – это шляпные коробки. А сегодня мы вам представили монобукеты. Монобукеты, в данном случае монокоробки, состоящие из определенного вида цветов, из одного вида цветов. Первая коробочка состоит из сортовых роз с вывернутыми лепестками. Это сейчас очень модный прием во флористике, которым владеют наши флористы. То есть это такой маленький секрет? Возможно. Чем еще отличаются модные букеты? Если говорить о трендах, это не только состав, но и форма букета, коробки. А сейчас очень модны и популярны нестандартные формы сборки коробочки. Например, разноуровневые. Сейчас уже не модно, когда цветы и букеты собираются просто шаром. И сейчас модны раскидистые, с разной длиной розы. То есть это более интересно смотрится. Кто задает эти тренды в букетах? Существуют селекционеры, существуют очень большие фирмы по выращиванию цветка. Законодатели мод, как правило, находятся в Европе. Они постоянно придумывают какие-то новые сорта. Работа постоянно идет над этим. Это видно на примере нашей второй коробочки. Она состоит у нас из очень сейчас модной, популярной пионовидной розы «Джульетта». Она имеет такой вот красивый, необычный коралловый цвет. Сорт этот является очень стойким в срезке. Кому можно дарить такие букеты? А почему сейчас очень популярны шляпные коробки? Ну, это в первую очередь они предназначены для любого случая. Ну, естественно, конечно, невеста не пойдет с таким букетом под венец. Они дарятся на любые случаи, на дни рождения, на юбилеи. Но самое главное преимущество такой композиции, она очень удобна в обиходе. То есть цветы уже стоят на микрофлоре, они пьют воду, не нужна ваза, единственное, что нужно только подливать своевременно воду, потому что цветы все-таки постоянно продолжают пить воду. Цветы прекрасны, украшайте свою жизнь красивыми цветами.